Таков закон сансары, круговорот людей. Люди песни Басты знают, любят и поют. В Кинешме под занавес лета прошел концерт известного рэп-исполнителя и композитора Василия Вакуленко. Тысячи местных жителей и гостей города пришли на площадь Революции, чтобы увидеть и услышать звезду. Пригласил Басту в Кинешму Станислав Воскресенский. Давно дружим со Стасом, и когда он сказал, приедь, пожалуйста, к нам сюда выступи, я сказал, куда я поеду, как я поеду, там же вот звука, наверное. Он говорит, я все привезу, можешь просто приехать порадовать людей, как по-человечески просто. И спеть, просто приехать, спеть. Выйди на сцену, пожалуйста, я говорю. Я хочу по-человечески спасибо сказать. Мы знакомы около 10 лет, человек нас спасал нас со всеми нашими авантюрами, начиная от выхода нашего фильма «Газбога», когда нам сказали, никто на свете вам не выдаст прокатное удостоверение, он нам правда помог. И сегодня за замечательный концерт хочу сказать спасибо большое. Спасибо.